На втором канале 3 часа подряд гонял овалы. На безумно потном треке Талатега. И постоянно все было в борьбе на безумных скоростях. Я очень устал, весь вспрел и пользуюсь, точнее подстраиваюсь под современные тренды. Трусы, в которых я был, я выставляю на продажу. Кто сколько готов? В комментариях вышлю вам их. Трусов воняет просто пиздец, я вам честно скажу. Это можно использовать как оружие, если вы хотите. Можете потом просто кинуть в него эти трусы, он сразу задохнется, скорее всего. Потому что весь пот, все 3 часа с моей жопы стекал в эти трусы. Я только что стекал в эти трусы. Машина, это все не имеет смысла. Геморройные драйвы, блядь.